Добрый день, уважаемые коллеги. Наша встреча посвящена вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации. Для большинства российских регионов характерно этнокультурное и религиозное многообразие. Это хорошо известно. Мы обсудим, что делается на местах для обеспечения национального, межнационального мира и согласия. У нас уже установилась хорошая традиция проводить заседания нашего совета в регионах Российской Федерации. Сегодня мы собрались в Уфе, где отмечается 225-летие указа императрицы Екатерины II, которым было учреждено духовное собрание Магометанского закона. Такое решение способствовало самоорганизации мусульманского сообщества России и, конечно же, его плодотворному развитию ради служения обществу и нашей стране. Это событие сыграло заметную, очень важную роль в укреплении российской государственности, внесло свой вклад в создание общего духовного и культурного пространства, в формирование объединяющих нас ценностей и традиций. И наш долг – хранить это уникальное наследие, поддерживать межнациональное согласие, достойно и грамотно отвечать на новые современные вызовы и проблемы. Коллеги, на первом заседании Совета мы определили конкретные направления совместной работы. Они были учтены в стратегии государственной национальной политики до 2025 года, которая утверждена в декабре 2012 года. Правительством был принят план ее реализации на 2013-2015 годы, а также программа укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, в рамках которой предусмотрено финансирование региональных программ. При этом впервые для решения национальных вопросов был использован так называемый программно-целевой метод. Это была инициатива членов нашего совета, предложенная на нашей встрече в Саранске. Она реализована в документах, которые были только что мною названы. Сейчас особенно значимы активные и содержательные усилия на местах. Стремление региональных и муниципальных властей на деле обеспечить выполнение новой стратегии государственной национальной политики. Разумеется, с учетом специфики и особенностей территории. Однако, надо прямо об этом сказать, работа пока разворачивается медленно. Планы реализации федеральной стратегии составили только 9 регионов Российской Федерации. Повторю, речь идет лишь о планах, о первых необходимых мерах. А если проанализировать конкретную работу, то картина, видимо, будет еще более удручающей. Что касается собственных стратегических документов, то их приняли в 21 субъекте Федерации. Но и здесь не все так, как бы хотелось. Большинство из этих документов явно устарело. У нас федеративное государство, мы, как правило, рекомендуем регионам составлять планы или разработать свои документы, дополняющие федеральные. Однако напомню, что в Конституции России прописано, что федеративное устройство основано на единстве системы государственной власти. А это предполагает согласованность и координацию действий всех уровней власти при решении общенациональной задачи. К ним, безусловно, относятся и межнациональные отношения. Это один из самых важных, сложных и один из самых чувствительных вопросов, требующих нашего общего повышенного внимания. При этом нужно помнить, что раздоры на почве межнациональных отношений, как правило, зарождаются именно на местах, там, где их и нужно заблаговременно блокировать. Руководители на местах, к сожалению, часто предпочитают кабинетную работу, пользы от которой или никакой, или очень мало. Особенно, если не достучаться до соответствующих руководителей. В Бирюлево, например, вы знаете, недовольство жителей накапливалось годами. Обращения были и в полицию, и в местную управу, и к руководству округа. Зачем нужна власть, если она не хочет знать ситуацию такой, как она есть на местах, не принимает никаких мер и не слышит людей? Все это приводит к тяжелым конфликтам, в том числе на национальной и религиозной почве. Приводит к попыткам решать эти конфликты неправовыми методами. Недопустимо также попустительство незаконным действиям приезжих,
которые нарушают миграционное законодательство, совершают правонарушения. Это тоже очевидно, я об этом уже неоднократно говорил. Подчеркну еще раз. Каждая территория, рынок, дом – это сфера ответственности конкретного человека, конкретного руководителя, собственника предприятия или чиновника. И самоустраняться от этой ответственности недопустимо ни для кого. На днях палатами Федерального собрания принят закон об определении полномочий региональных и муниципальных властей и их ответственности за возникновение межнациональных конфликтов, вплоть до отправки в отставку руководителей, которые не смогли предотвратить конфликт. Закон подписан. Как уже отмечал на нашем совете в Саранске, зачастую такие конфликты возникают на бытовой почве. И эти столкновения, если в них оказались втянуты люди разных национальностей, моментально используются экстремистскими, радикальными объединениями, конкретными людьми для нагнетания межэтнической напряженности. И, разумеется, для достижения своих узкокорыстных политических целей. А средства массовой информации, интернет-сообщества часто подхватывают и тиражируют именно раскрученную национальную версию или помогают тем, кто хочет раскрутить эту национальную версию и трактовку конфликта. И тем самым сознательно или просто по глупости в силу низкой профессиональной квалификации еще больше усугубляют ситуацию. Убежден, что большинство таких конфликтов можно было бы избежать, если бы власть на местах прислушалась к запросам и мнению людей, справедливо и оперативно решала возникающие проблемы. Повторю, разовые пожарные меры по предупреждению межнациональных конфликтов неэффективны. Нужны современные системные методы и подходы, которые отражены в новой стратегии государственной национальной политики. И она начнет работать в полную силу только тогда, когда будет востребована в регионах, станет реальным руководством к действию, кропотливой, системной работе по укреплению межнационального согласия. Подчеркну, региональные планы реализации стратегии национальной политики должны быть содержательными, отражать потребности, отражать специфику каждой конкретной территории. Пустое бумаготворчество – в данном случае, оно вообще-то никому не нужно никогда, но в данном случае вредно просто. Необходимо также создать в регионах на единой методологической основе систему мониторинга межнациональных отношений, оценки рисков, мер предупреждения возможных конфликтов. Здесь важна роль научного и экспертного сообщества. По поручению моему уже создан научный центр, обеспечивающий мониторинг межнациональных отношений на юге России и в регионах Приволжского федерального округа. Считаю, что во всех регионах нужно использовать богатейший потенциал нашей академической школы, быть в диалоге с институтами гражданского общества, с национально-культурными объединениями. Еще раз прошу своих представителей в федеральных округах не просто отслеживать и контролировать ситуацию. Нужно помогать региональной и муниципальной власти анализировать положение дел в межнациональной сфере и вместе с ними решать сложные проблемы, если они возникают. Особое внимание надо уделить кадровым вопросам. На должности заместителей глав регионов, ответственных за межнациональные отношения, должны назначаться люди, обладающие современными знаниями в этой сфере, способные сформировать коллектив грамотных управленцев, наладить прямой диалог с людьми, общественными объединениями. Все это требует и особых личных качеств, и глубоких профессиональных навыков. Давайте, уважаемые коллеги, обсудим, какие конкретные меры нужно предпринять для подготовки и переподготовки государственных и муниципальных служащих, работающих в сфере национальных отношений, в области миграционной политики. Тенденция последних лет. Возрастающая напряженность в отношениях между местным населением и мигрантами, причем как внешними, так и внутренними. Сегодня вопросы адаптации и интеграции мигрантов решаются Федеральной миграционной службой и Минрегионом. Но надо признать, что позитивных изменений здесь пока немного. Вместе с тем, полагаю, надо активнее работать на местах. Возможно, стоит подумать о создании так называемых трудовых карт, определяющих потребности субъекта Федерации в дополнительной рабочей силе. Но главное внимание – уделять социальной адаптации мигранта, создавать для этого необходимые условия. Такие центры адаптации организованы в Тамбове и Оренбурге, и по предварительной оценке экспертов они могут дать хороший результат.
И в заключение о предложении учредить ежегодную общероссийскую общественную премию за вклад в укрепление единства российской нации. Думаю, что это будет хорошим стимулом для тех, чья деятельность связана с такой ответственной и очень чувствительной сферой, как межнациональные отношения. Давайте приступим к работе. Позвольте предоставить слово Слюняеву Игорю Николаевичу, министру регионального развития Российской Федерации. Пожалуйста, Игорь Николаевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, за полтора года с момента принятия указа президента номер 602 об обеспечении межнационального согласия сформированы основные инструменты реализации государственной национальной политики. В декабре 2012 года утверждена стратегия государственной национальной политики до 2025 года, которая определила ключевую национальную идею формирования единой гражданской нации. Благодаря стратегии в сфере национальной политики возникли внятные цели и задачи. Сложилась стройная система управления. Сегодня главными ее элементами является президентский совет по межнациональным отношениям, профильные подразделения администрации президента и правительства Российской Федерации, межведомственная рабочая группа под руководством Дмитрия Николаевича Казака, Минрегион России как уполномоченный федеральный орган и органы субъекта Федерации. На региональном уровне уполномоченные органы власти – это консультативные советы по межнациональным и межконфессиональным отношениям, объединяющие национально-культурные автономии, институты гражданского общества. Следующим шагом стало полноценное участие органов местного самоуправления в выработке и реализации решений в области межнациональных отношений и ответственность за состояние дел в этой сфере. Соответствующий закон с поправками в 31-й федеральный закон подписан сегодня президентом Российской Федерации. Утвержден план мероприятий по реализации стратегии на 2013-2015 годы. У нас появилась федеральная целевая программа укрепления единства российской нации на 2014-2020 годы. Бюджет программы небольшой, всего 6,8 миллиардов рублей, но он позволил совместно с субъектами Федерации начать работу над наполнением региональных программ конкретными мероприятиями, что особенно важно профинансировать их из федерального бюджета. Ряд субъектов Федерации уже демонстрируют положительные примеры практической работы, в их числе Оренбургская область, Белгородская область, Костромская область, Республика Мордовия, другие регионы России. На фоне активного социально-экономического развития в этих регионах практически нет конфликтов на межэтнической почве. Анализ показывает, что в основе успеха всегда совокупность факторов. Совместная работа региональных и местных органов власти, правоохранительных органов по мониторингу и ранней профилактике межнациональных конфликтов, активная работа в вузах и общеобразовательных школах, постоянное взаимодействие с национально-культурными автономиями и представителями религиозных организаций, наличие стройной системы управления сферой межнациональных отношений, продуманная экономическая и миграционная политика, разумное квотирование и расселение, контроль за организацией занятости трудовых мигрантов. В благополучных регионах активно практикуются культурно-просветительские меры, однако они скорее дополняют общую работу, но ни в коей мере ее не подменяют. Разработка и внедрение комплексного подхода в вопросах национальной политики – единственный ключ к успеху. В рамках реализации федеральной целевой программы мы выстраиваем полноценную систему действий, которая позволит перейти от мероприятий пожарного толка в области межнациональных отношений к логичной, последовательной и, что важно, повседневной работе. Что для этого необходимо? Первое. Мониторинг и раннее предупреждение, выявление возможных конфликтов. На федеральном уровне в основу автоматизированной информационной системы войдут социологические опросы, исследования СМИ и социальных сетей, ведомственная информация, данные экспертных, общественных и религиозных организаций. Региональный уровень станет логичным продолжением этих мер. Благодаря такому мониторингу мы получим набор точек межэтнической напряженности и миграционной активности, которая поможет сформировать прогнозы и позволит вырабатывать правильные решения. Одним из элементов системы мониторинга станут региональные колл-центры по приему информации о конфликтных и предконфликтных ситуациях. Эти центры будут функционировать на базе одного из телефонов служб спасения, а при поступлении сигнала определять ответственных исполнителей от УВД до профильных подразделений региональных и федеральных органов власти. Регламент оперативного реагирования четко определит порядок взаимодействия и порядок действия всех должностных лиц. Оперативное реагирование и ответственность должны стать ключевыми элементами такого регламента. Координацию работы по предотвращению межнациональных конфликтов можно возложить на межведомственные комиссии при главах субъекта Федерации, которые созданы уже во многих регионах России. А там, где они не созданы, такие комиссии необходимо сформировать. В качестве аналога можно привести вертикально интегрированную систему противодействия терроризму,
верхним звеном которой является Национальный антитеррористический комитет. А логическим продолжением выступают антитеррористические комиссии при главах субъекта федерации и главах местного самоуправления. Второе. Работа со СМИ и реализация комплексной информационной кампании. Межэтнические конфликты часто раздуваются и подогреваются средствами массовой информации. Требуется комплексная работа и жесткая ответственность за распространение недостоверной информации на федеральном и региональном уровне. Федеральная целевая программа предусматривает поддержку медийных проектов, направленных на укрепление гражданского единства, создание специализированных рубрик и тематических передач на телевидении и радио, посвященных этнокультурным проблемам, более активное присутствие в социальных сетях. Нацеливает регионы на образовательные мероприятия по распространению знаний о народах России, воспитанию чувства ответственности за судьбу России, формированию гражданского патриотизма и противодействия всякого рода фальсификациям, в том числе и фальсификациям истории нашей страны. Третье. Грантовая поддержка общественных инициатив. И четвертое. Непрерывное повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы межнациональных отношений. Минрегион России совместно с Академией народного хозяйства и Государственной службы при президенте России разрабатывает специальные программы повышения квалификации и переподготовки кадров. Уважаемый Владимир Владимирович, в Российской Федерации разработаны 45 региональных программ в дополнение к стратегиям и планам мероприятий по их реализации в области межнациональных отношений. Ряд из них можно охарактеризовать как удачные. Однако большинство не соответствует ни предъявляемым требованиям, ни указанным приоритетам. Это несмотря на то, что в сентябре текущего года Минрегион России подготовил методические рекомендации по разработке региональных программ по укреплению единства российской нации и утвердил такие рекомендации своим приказом. Многие субъекты Российской Федерации не успели приступить к этой работе и предлагают продлить сроки. Просил бы своих коллег, глав субъекта Федерации, закончить разработку таких программ, а Минрегион России, в свою очередь, обратился в правительство Российской Федерации с предложением продлить конкурс по отбору лучших программ до 20 декабря текущего года. Хотел бы несколько слов сказать еще об одной проблеме. В последние годы в общественном сознании смешались понятия «соотечественники» и «мигранты». Мобильным внутренним трудовым ресурсом мы придумали специальное определение – внутренняя миграция, тем самым привязав граждан Российской Федерации или приравняв их к мигрантам и переселенцам. Конечно же, временами возникает напряженность во взаимоотношениях наших сограждан, но они не имеют ничего общего, эти проблемы, с проблемами нелегальной миграции и натурализации внешних мигрантов. Корень этого зла скорее в снижении общего уровня культуры, духовности, взаимного уважения и веротерпимости. Мы забыли о том, что нравственный человек заканчивается раньше, чем начинается человек законопослушный. Деструктивные силы пытаются внедрить в общественное сознание идею о том, что в основе межнациональных конфликтов всегда стоят конфликты межконфессиональные. Такая идеология для многонациональной России чужда и неприемлема. Российское государство с самого начала формировалось как многонациональное, и роль традиционных конфессий в воспитании гражданина и общества неизменна и незаменима. Однако слова «культура» и «культ» этимологически связаны, это однокоренные слова. Перефразировав формулу лучшего справедливого государства, предложенную Иваном Александровичем Ильиным, она звучит так. «Церковь, мечеть, синагога воспитывает, власть правит, народ творит». Сегодня мы переживаем важнейший этап формирования государственной идеологии, поэтому излишний пафос общественного договора и механическое восприятие государственности в состоянии подорвать авторитет власти и даже уничтожить ее дух и добрую репутацию. Градус общественных настроений напрямую зависит от самочувствия русского народа. Мы справедливо и традиционно уделяем много внимания Северному Кавказу, Дальнему Востоку, коренным малочисленным народам Севера. Однако тема русского народа в наших программных документах и целевых установках присутствует недостаточно. Пришло время подумать о программах развития Центральной России, Поволжья, зоны Нечерноземья. Уважаемый Владимир Владимирович, события в Бирюлеве наглядно показали, как мало требуется для того, чтобы заполыхал пожар межнациональных конфликтов. И это был конфликт не русских с азербайджанцами, это была реакция людей на бездействие местной власти, на коррупцию в правоохранительной сфере и на повсеместное попирание закона. Анклав, своего рода резервация нелегальных мигрантов, формировался в Бирюлеве не один день и даже не один год. И на протяжении всего этого времени люди сталкивались с равнодушием властей и применением практики двойных стандартов. Сегодня для государства важно системно подойти к решению этих проблем. Мы должны не только взять
под особый контроль места концентрации мигрантов, но и принять меры по совершенствованию работы правоохранительных органов и миграционных служб, формированию экономических барьеров для притока нелегальных мигрантов. Учитывая, что на органы местного самоуправления возложена ответственность за состояние межнациональных отношений, важно предоставить им возможность участвовать в согласовании трудовых квот для мигрантов и делегировать полномочия по контролю за работодателями, которые используют труд иностранной рабочей силы. У меня все, спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас хотели бы выступить Соколов Александр Валентинович, Мартинс Генрих Генрих, Журавлев Алексей Александрович, Зорин Владимир Юрьевич, Шевченко Максим Леонардович, ну и в конце Чайка Юрий Яковлевич. Я, знаете, что предлагаю? Давайте без докладов, без выступлений. Я постараюсь предоставить слово, ну, по возможности большому количеству присутствующих. Давайте просто вот так в свободном режиме поговорим без докладов. И, мне кажется, это будет живее и поинтереснее. Хорошо? Пожалуйста, просто руку поднимайте, я буду представлять слово. Да. Прошу, Николай, да, Карлович, пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Я, поскольку никакого доклада и отдельного выступления не готовил, я просто, с вашего позволения, поделюсь своими соображениями по предмету. А соображения таковы. Вот по мотивам того, что произошло в Бирюлево, в частности, потому что сейчас уйти от этого, наверное, никак нельзя. У меня ощущение, что началось нечто похожее на антимигрантскую истерику в стране. Между тем, как сказал в свое время профессор Преображенский, у Булгакова разруха не в сортирах, разруха в головах. Значит, на мой взгляд, проблема наша национальная, она состоит не в мигрантах. Она состоит во взаимоотношениях между гражданами нашей страны, прежде всего, разного этнического происхождения и вероисповедания. И здесь, честно говоря, скажем, у радикальных националистов, с одной стороны, и у людей, у террористов, у людей, которые стоят, скажем, за вчерашним взрывом волгоградского автобуса, как это, мне кажется, парадоксальным, цели одни и те же. Эти цели – взорвать национальный мир в нашей стране, ухудшить, обострить межнациональные отношения. Ведь ситуация на самом деле какова? Об этом сказал сейчас Игорь Николаевич. Мне кажется, я его именно так понял, эту часть его выступления. Очень тяжелая социальная атмосфера, особенно в спальных районах больших городов. Очень высокий уровень социального раздражения, особенно среди молодежи. И этот уровень довольно умело и цинично канализируется профессиональными людьми, которые имеют, как правило, радикальную националистическую идеологию, канализируется в сторону межнационального неприятия. То есть, иначе говоря, социальная злоба, она трансформируется искусственно в злобу национальную, направляется соответствующим образом. Это, на мой взгляд, очень опасно и может иметь очень далеко идущие последствия. Я согласен с тем, что не нужны никакие изменения, в частности, в том, что касается визового режима. Я считаю, что это только ухудшит межнациональную ситуацию, усилит коррупционный фон и не приведет ни к каким позитивным результатам. Я считаю, что здесь нужны меры разнообразного характера. Прежде всего, усиление влияния местного самоуправления, выборного на муниципальном уровне. На мой взгляд, это повлияет на, очень позитивно повлияет на межнациональную обстановку на местах. Второе. Вот то, что говорилось о средствах массовой информации. И сейчас об этом сказал тоже Игорь Николаевич. Поддержка медийных проектов – это правильно. Но что мы сейчас имеем? И давайте посмотрим на это объективно. Мы имеем достаточно настильную, массовую, идущую уже долгие годы имперскую пропаганду. Имперская пропаганда может восприниматься как пропаганда патриотическая, как пропаганда славного прошлого нашей страны. Но при этом она в большей степени способствует усилению националистических настроений, нежели патриотических. Мне кажется, что нужно изменить вектор
нашей государственной политики, нашей государственной пропаганды в сторону терпимости национальной, в сторону готовности людей разного этнического происхождения, вероисповедания, внешности, языка, культуры жить вместе друг с другом в одной стране, в стране под названием Россия. Вы знаете, мы можем по-разному относиться к Соединенным Штатам, в частности, к их внешней политике, но вот что касается внутренней. Там меньше полувека назад в Южных Штатах были таблички только для белых в общественном транспорте, в национальных парках. Сейчас там президент африканского происхождения. Это планомерная политика, жесткая государственная политика, которая велась десятилетиями и достигла определенного успеха. Это фильмы, мы говорим о Голливуде, это фильмы, в которых популярные фильмы, в которых, если это детективы, то действуют два полицейских, один из которых белый, другой черный. И этот черный хороший. А если он плохой, то рядом 10 черных хороших. Это очень жесткое отношение закона к любому проявлению национализма, в том числе в анекдотах, в фольклоре, где угодно. У нас мы не видим в средствах массовой информации, в кинематографе, пропаганды, еще раз повторяю, совместного проживания представителей разных национальностей, разных культур. Этого у нас нет. Этого у нас нет абсолютно. Таким образом, у нас нет фактически пропаганды нормальных, терпимых межнациональных отношений. То, что касается мигрантов. Где у нас программы, где у нас фильмы, в которых мы бы говорили о том, что мигранты – это не всегда абсолютное зло? Мы это вроде бы как с вами понимаем, что нам без них не обойтись, что нашей экономике без них не обойтись, что нам жить с мигрантами, легальными, правильными, что не они виноваты в том, что происходит. Виновата дикая коррупция. И они, приезжая в нашу страну, становятся тоже жертвами этой коррупции. Но у нас никакого позитива в том, что касается мигрантов, у нас нет. Поэтому мы воспитываем отношение к мигрантам абсолютно негативное. Мы воспитываем национализм, а потом сами заигрываем на властном уровне, самым разным, заигрываем с радикальными националистическими организациями и с радикальными националистами, считая, что они есть глаз народа. Но глаз народа соответствующим образом формируется. Если народу объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, и объяснять грамотно и планомерно, то народ не дурак, и он это поймет. Таким образом, мы идем на поводу сами у плодов нашей собственной пропаганды. Спасибо большое. Спасибо. Я предлагаю, чтобы вот коллеги высказались, потом, если позволите, я тоже свои несколько своих соображений сформулирую. Вот Александр Валентинович руку поднимал еще до этого. Пожалуйста, Александр Валентинович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, тогда не буду говорить о своем докладе, который готовил, я скажу несколько мыслей. Мысль первая, которая прозвучала у Николая Карловича, связана с миграцией. Я бы хотел здесь заострить внимание вот на следующем. У нас фактически сейчас есть как у государства и как у общества дилемма. Дилемма заключается в следующем. С одной стороны, Владимир Владимирович, вы провозгласили в своих статьях и в деятельности в дальнейшей вашего правительства идею евразийской интеграции, построение Евразийского союза. А союз – это объединение, где через границы перемещаются свободно товары, услуги и люди. С другой стороны, явно действительно антимигрантское настроение, которое существует в обществе. И в связи с этим я хотел бы поблагодарить вас, как главу государства, за то, что вы поставили фактически точку в вопросе дискуссии о визах. Поскольку они действительно ничего не решают, а мы тем самым, если бы ввели визы со странами СНГ, бросили бы, во-первых, там своих соотечественников, которых там миллионы человек, а с другой стороны, просто тем самым ушли с постсоветского пространства на потеху наших конкурентов. И мне кажется, не случайно в общественном сознании появился новый враг. Раньше мы все время говорили о Кавказе, теперь говорим о таджикском строителе и узбекском дворнике. После того, как вышла ваша статья, Владимир Владимирович, о евразийской интеграции и эмоциональный ответ госпожи Клинтон по этому поводу, что мы не дадим России воссоздать СССР. Мне кажется, это не случайный вопрос. У меня второй.
Как мне кажется, только запретительными мерами бороться с теми глобальными проблемами, которые сейчас возникают, которые объективно возникают за счет того, что есть диспропорция экономического развития регионов внутри страны и России по отношению к окружающим странам, только запретительными мерами все равно, что строить забор против цунами. И поэтому те меры, которые здесь обсуждаются, которые есть в проекте протокола, связанные с движением России за пределы наших границ, строительство центра для мигрантов за рубежом, которые будут их таким, там обучать и адаптировать к российской действительности, создание центров, о которых вы говорили, пример Тамбова, Оренбурга, и вообще в целом, скажем, было много таких примеров в Приволжском федеральном округе. Вот путь, по которому мы должны двигаться. И второй тезис, который я хотел бы озвучить, это вопрос, связанный с компетенцией региональных органов власти, силовых структур, которые действуют непосредственно рядом с жителями. Есть просто вопиющие случаи невежества, которые сейчас возникают. Я вот неоднократно даже от региональных чиновников слышу, когда езжу по стране, мне спрашивают, а с Дагестаном у нас безвизовое? Или недавно произошло задержание в Санкт-Петербурге гражданина России с паспортом, выданным в Республике Тыва. Органы милиционеры, полицейские просто не знали существования такого субъекта Российской Федерации, поэтому считали, что это фальшивка. Мне кажется, что вот вопрос, который и вы поднимали, и поднимал министр регионального развития, вопрос по обучению региональных чиновников и органов внутренних дел, он просто злободневен. И за 2014-2015 год мы должны просто несколько тысяч чиновников уже пытаться начать обучать, и аналогичная программа должна быть принята в МВД. Необходимо, мне кажется, спецкурсы по этнологии в базовом образовании будущих госслужащих, работников силовых структур и журналистов. И третий тезис, который, мне кажется, очень важен. Важен то, что особенно на региональном уровне в вопросах межнациональной политики недооценивается роль институтов гражданского общества. А нацию составляют граждане, а не население. Население постоянно ищет опору в родовых, клановых, этнических общностях. Поэтому здесь необходимо ориентировать, мне кажется, наши региональные муниципальные власти на поддержку различных форм социальной практики. Особенно это касается молодежи. В федеральной целевой программе, которая принята, есть молодежное направление, есть там лагеря «Патриот», «Диалог многонациональной России». Владимир Владимирович, я думаю, что было бы правильно, если вы, как руководитель государства, дали некий посыл для молодых людей и запланировали в следующем году как посещение какого-то значимого молодежного события, связанное с межнациональным отношением, в которых участвует большое количество именно гражданских молодежных организаций. Это как раз вот я вот назвал вот одно из них. Ну и последнее. Мне кажется, что для поощрение гражданских инициатив тоже было бы неплохим сигналом. Создание некого фонда на федеральном уровне, мы с коллегами обсуждали, ну, допустим, название «Российская нация», который бы поддерживал не отдельные этнические группы, не отдельные культуры, не проекты поддержки каких-то отдельных культур, а именно движение по межнациональному согласию и проекты, связанные с формированием российской гражданской нации. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, господин президент, уважаемые дамы и господа. Знаете, свободный обмен мнениями, спасибо, Владимир Владимирович, что вы позволили адресоваться к тем актуальным и ярким, жестким вопросам, которые сегодня обсуждаются, которые коллеги уже начали такими достаточно внятными тезисами. Я позволю себе не согласиться со своими коллегами в рамке, и особенно с Николаем Карловичем, в контексте оценки национализма. Я считаю, что развитие свободного общества демократического, развитие местного самоуправления как формы ответственности людей за то непосредственное место жизни, которое составляет для них важнейшую суть, неизбежно будет приводить к росту тех идентичностей, которые связаны и к усилению их влияния в обществе, тех идентичностей, которые связаны с ощущением человеком себя живущим не просто в абстрактном мире, а конкретно на конкретной территории, в конкретном регионе, в конкретной стране.
факт остается фактом. Наша страна была, есть и будет не просто собранием абстрактных народов, но и собранием людей, которые будут гордиться своими народами и, возможно, будут националистами. Надо проводить ясную грань между неприемлемым радикализмом, который ведет к экстремизму, и национализмом как формой национального самосознания. Национальное самосознание русского народа, о котором так все со страхом многие говорят, а особенно в городах, либеральная интеллигенция на самом деле является оплотом стабильности нашего государства. Самочувствие русского народа является фундаментом самочувствия, уверен, и всей государственной системы. Поэтому мне представляется, что, конечно, проблемы, которые обсуждаются, в частности, с возникновением в России рынка так называемой свободной иностранной рабочей силы, как правило, инокультурного населения, имеет, конечно, прямое отношение в том числе и к стабильности нашего государства, которое базируется на самочувствии русского народа. Я являюсь тоже противником введения виз, но я являюсь сторонником ужесточения трудового законодательства в рамках ответственности работодателя за приезжающего сюда работать человека. Я считаю, что, безусловно, должен быть сформирован следующий пакет, без которого человек не может приехать работать в Россию. Трудовой контракт или трудовое соглашение, и медицинское страхование, пенсионное страхование, обратный билет, что существенно, и привязка к конкретному месту жительства, который должен ему обеспечивать работодатель. Почему, когда я приезжаю во Францию, я читал лекции в одном из университетов, с меня все это требовали? Я не возражал, совершенно собирал все эти места и регистрировался во вполне демократической стране. И я считаю, что это является одним из способов регулирования иностранного и инокультурного присутствия в тех местах, где люди не имеют в полной мере ощущение, что они являются хозяевами своей жизни, будь то Западные Бирюлёвы или будь то еще какие-то места. Причем это не проблема только русских территорий, населенных преимущественно русским населением. На Северном Кавказе, которым я работаю, я сталкиваюсь с большим завозом китайцев, вьетнамцев, таджиков, узбеков. При всем огромном уважении к этим людям, я не могу не спрогнозировать, что это приведет в следующей итерации, на следующем шаге к каким-то тоже конфликтным ситуациям. Поэтому обуздание капитала, который, понятно, зарабатывает на дешевой рабочей силе, введение его в правовые и государственные рамки, мне кажется, является важнейшей задачей. И не могу не коснуться два слова, если позволите, по той теме, которую я готовился, о СМИ, об ответственности журналистского сообщества. Об этом много говорится. Есть попыток переложить ответственность на журналистов. Но журналисты в свободной Российской Федерации, и наша страна по-настоящему является одной из самых свободных в рамках общественной дискуссии, они выражают мнение общества, по большому счету. Я, будучи даже не согласным с моими коллегами, считаю, что невозможно обуздать свободу дискуссии, свободу слова бюрократическими или запретительными мерами. В России растет список запрещенных книг, так называемый. Он насчитывает уже тысячи экземпляров. Причем я считаю, что некоторые решения местных судов, благодаря которым эти книги попадают в этот список, являются не просто абсурдными, но и противоречащими стратегической политике нашей страны. В частности, когда транспортная прокуратура Новороссийска запрещает Коран в переводе Эльмира Кулиева, абсолютно светского азербайджанского ученого, который выдержал в России 9 переводов и считается одним из лучших научных переводов, то это приводит к... Я знаю Эльмира Кулиева, это абсолютно светский человек, не имеющего никакого отношения не только к ваххабизму, поверьте, но даже я бы не назвал его религиозным человеком. То это вызывает абсолютное непонимание. Или когда суд города Городище Пензенской области при экспертизе 21-летнего там аспирантки и 23-летней аспирантки запрещает завещание имама Хомейни, одним из основных политических документов, в принципе, дружественного нам государства Иран, благодаря чему МИД потом должен объясняться с Ираном, что это не то, что имелось в виду, там и так далее. То есть систематизация в этой сфере и какая-то номенклатуризация этой деятельности, мне кажется, существенна. Журналистским сообществом надо работать не методом запретов дискуссии, а методом эффективной контрпропаганды. Высказывание той
позиции, той политики, которая была отражена в вашей статье, которая касалась национального вопроса и которая является фундаментальным политическим базисом для нашей деятельности в этом направлении. И, конечно, стратегия национальной политики. К сожалению, инструменты, которые могли бы и в свободном сетевом сообществе, и в интернете давать какой-то контр-образ событий, недостаточной степени развиты. Могу сказать, что и так называемые респектабельные СМИ, конечно, трудно их заставить что-либо делать, в этом направлении предпринимаются шаги, я думаю, об этом еще сегодня будет сказано, но тоже работа с журналистским сообществом системным не ведется на должном уровне. Вот поэтому, завершая, еще раз подчеркну, что я считаю, что формы национализма, которые привязаны к самоощущению людей, к местному самоуправлению, не надо запрещать. Наша страна является уникальным, совершенно уникальной цивилизацией, которая постулирует рационалистские ценности в противовес неолиберальной западной цивилизации. И это притягивает внимание и симпатии многих народов к Российской Федерации. Вы знаете, что местные советы, многие, допустим, приняли законы о запрете пропаганды гомосексуализма, которые с негодованием встречаются некоторыми деятелями из неолиберальной Западной Европы. Но это позиция наших народов, это позиция местного самоуправления, это позиция наших людей, это позиция нашей культуры, православной и исламской, буддийской, иудейской, других культур народов нашей страны. Поэтому мне кажется, что надо работать с реальностью, а не навязывать России какую-то очередную либеральную утопию борьбы с национализмами и на самом деле выталкивая формы национального самосознания из конструктивного государственного строительства в некое оппозиционное пространство, где они становятся добычей и экстремистов, и террористов, как мы видели по недавним событиям. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Владимир. Сейчас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, во вступительном слове прозвучали слова об очень важной дате в нашей жизни, это 225 лет указа Екатерины II, о формировании общего духовного и культурного пространства в нашей стране. Действительно, когда мы говорим о необходимости формирования общих ценностей, то здесь необходимо обращать внимание и на религиозные ценности, и на этнокультурные традиции. Ведь учение ислама, как и других традиционных религий России, выступает за равенство народов, уважительное отношение к культурному разнообразию. В стратегии госнацполитики отражен именно такой сбалансированный подход. Документ делает акцент на роли религии в сохранении межнационального согласия, в деле предупреждения и разрешения конфликтов. Я убежден, что в этой важной работе многое зависит от правильной постановки приоритетов и системности. Прежде всего, речь идет о подготовке и профессионализме священнослужителей. Можно сказать, что исламское образование становится составной частью работы по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Низкий уровень подготовки мусульманского духовенства и, как следствие, более высокая популярность радикальных проповедников, обучившихся за рубежом, одна из причин роста радикальных настроений среди молодежи. За последние годы в Южном, Северокавказском федеральных округах, Дагестане, других национальных республиках, в Москве создана сеть светских и духовных учебных заведений. К преподаванию в них привлекаются не только светские ученые и специалисты, но и авторитетные мусульманские деятели. Однако действуя эта система разобщенна, единообразно, единообразие подготовки имамов не сложилось. В этой связи я хотел бы, коллеги, обратить ваше внимание на инициативу постановку вопроса в Приволжском федеральном округе. Здесь, по вашему поручению, Владимир Владимирович, реализуется пилотный проект в сфере конфессионального образования. Буквально вчера в Уфе и Казани открылись курсы повышения квалификации имамов, на которых за 3 года планируется обучить всех имамов округа, а это 2920 человек. Надо отметить, что программы имеют религиозный и светский
блоки дисциплин 50 на 50. Что особенно важно, они прошли рецензирование в Совете по исламскому образованию и были рассмотрены Министерством образования и науки страны. Акцент в работе курсов делается не только на переподготовке кадров, но и на формировании у них ответственной гражданской позиции правовой грамотности. При этом курсы не самоцель, а первый шаг, без которого нельзя перейти на следующий уровень конкурентоспособного исламского образования. В настоящее время разрабатывается его концепция, которая будет включать взаимосвязанные между собой три уровня, работающие в едином методологическом, методическом и программно-образовательном пространстве. Это среднее мусульманское образование в медресе, высшее исламское образование на базе исламских вузов округа с привлечением сил светских научных учреждений и непрерывное повышение квалификации. Основной целью здесь является воспитание российского мусульманского священнослужителя. На сегодняшний день имам – это базовый элемент развития мусульманской общины в России. Реализация проекта позволит духовным управлениям при поддержке органов власти сформировать кадровый резерв. Организация подготовки собственных кадров приведет, на мой взгляд, к формированию системы конкурентоспособного отечественного обучения, значительно сократится количество молодежи, выезжающей за рубеж для получения религиозного образования. В этой связи было бы логичным переформатировать комплексную программу содействия развитию сферы религиозного исламского образования, которая реализуется Министерством образования России на поддержку создания мусульманских образовательных центров. Опыт округа показывает необходимость и возможность нового подхода к системе конфессионального образования в масштабах всей страны. Но здесь усилий одного округа будет явно недостаточно. Данные механизмы требуют своего закрепления в законодательной базе и единых методологических подходов. Они могут стать обязательными для исполнения органов государственной власти. Мне кажется крайне важным сегодня у нас в протоколе отложить или сформулировать предложение соответствующим ведомствам, проанализировать состояние исламского образования в стране и проработать вопрос создания на базе Российского исламского университета город Уфа, Российского исламского института в Казани в качестве, значит, и в других подобных учебных заведений в качестве пилотного проекта организацию трехуровневой системы обучения и переподготовки кадров. Уверен, что подобная мера послужит достижению цели и задач государственной национальной политики. Может быть, это не совсем там в духе вопросов о миграции, но вопрос очень актуальный и важный, на мой взгляд, Владимир Владимирович. Спасибо. Геннадий Геннадьевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, межнациональные отношения не только в России, но и во всем мире характеризуются высокой динамикой и высокой степенью взрывоопасности. Именно поэтому так важно постоянное проведение системного мониторинга и анализа ситуации. И здесь я вполне согласен с тем, что высказывалось вами, Владимир Владимирович, и вами, Игорь Николаевич. Я хотел бы только дополнить несколькими тезисами эту тему. Ну, во-первых, я хочу сказать, что перед тем, как мне поручили подготовить выступление на эту тему, мне дали целый блок материалов по мониторингам, различным видам мониторинга, проводимым разными министерствами. Я должен сказать, что я пригласил еще специалистов, и перед тем, как я сел анализировать, наша группа небольшая села анализировать эти все виды мониторинга, у нас была достаточно четкая, ясная картинка в голове. После того, как мы прочитали больше половины всех этих данных по мониторингам, я должен откровенно сказать, картинка исчезла. Картинка оказалась абсолютно размытой. При анализе выяснилось, во-первых,
У нас осуществляет на сегодняшний день государственный мониторинг Министерство регионального развития, ФСО, Минюст, МВД, Генпрокуратура. Научный мониторинг осуществляется целым рядом научных институтов и университетов. Фрагментарно мониторингом занимается ряд общественных организаций. Однако до сегодняшнего дня отсутствует сколько-нибудь значимая межведомственная координация между всеми этими видами мониторинга. Отсутствуют единые инструментарии, нет единой методики, на основании которой можно проводить и оценивать результаты этого мониторинга. Собирается огромное количество индикаторов, часть из которых носит абсолютно формальный характер и не представляет никакого интереса для государственных органов. Мы столкнулись и с тем, что часть индикаторов на протяжении, скажем, последних 10-12 лет не менялась. Но ситуация в стране меняется. Как могут оставаться одни и те же мониторинги? Я понимаю, должна быть базовое количество мониторингов, должно оставаться прежним. Но мы же должны отслеживать ситуацию, двигаться вместе с ней. И не только двигаться вместе с ситуацией, мы должны работать на опережение. Таким образом, у меня сложилось впечатление, что единой системы мониторинга в стране не существует. Вместе с тем, если не создать такую единую вертикально интегрированную систему мониторинга, начиная муниципальный уровень, региональный уровень и федеральный уровень, мы будем обречены на бесконечное следование за ситуацией, за тушением пожаров, а не за предотвращением пожаров. Мы должны работать, это четко и ясно, на опережение ситуации. В этой связи я хотел бы предложить, должны быть созданы региональные мониторинговые центры при главах администрации субъектов федерации. Я глубоко убежден, что такие мониторинговые центры должны работать именно как госструктуры. Не научные, не общественные, а именно как госструктуры. Там должны быть специалисты из государственных органов, с ними должны работать специалисты из силовых структур и представители научного сообщества. Второе. Должны быть созданы региональные, в регионах должны быть созданы горячие линии. И должны быть созданы группы, региональные группы оперативного реагирования. По примеру событий, последних событий конфликтных, мы видим, что в ряде случаев чиновники не знают, как им поступить. Либо они сидят в кабинетах, либо они выходят из кабинетов и не представляют, как им действовать в таких нестандартных ситуациях. Должны быть созданы такие группы оперативного реагирования, и они должны быть вооружены современными теориями, современными знаниями, алгоритмами, как предотвращать и как ликвидировать конфликт, как привести ситуацию к стабилизации. Безусловно, должна быть информированность населения. И то, о чем говорил Максим Леонардович, работа с населением должна вестись через средства массовой информации. Это должна быть откровенная работа. Ведь, ну, скажем так, мы не должны думать, что наши люди чего-то не понимают или что-то им можно объяснить не то, что есть на самом деле. Мы должны говорить откровенно, но вместе с тем при этом должна быть высочайшая степень ответственности. Тема межнациональных отношений – это одна из самых болезненных тем в нашем обществе. Я полностью поддерживаю прозвучавшее здесь предложение об обучении, о создании системы обучение, повышение квалификации и переквалификации для госслужащих, и муниципальных служащих. Без того, чтобы мы вооружили этих работников соответствующими знаниями, мы не сможем эффективно и оперативно решать конфликтные ситуации. Общественные советы, которые существуют при главах администрации, я считаю, что общественные советы должны заниматься каждым таким случаем. Они должны тщательно разбирать эти случаи, обсуждать, что было сделано не так, каким образом дальше двигаться для того, чтобы предотвратить такие конфликтные ситуации. И более того, членов общественных советов необходимо нацеливать на активное участие в разработке среднесрочных и долгосрочных мер по профилактике конфликтов и межэтнической напряженности в регионах. Я хотел бы в качестве положительного примера привести ту работу, которая проводится в Приволжском федеральном округе.
Возможно, эту работу необходимо обобщить и распространить ее опыт на другие регионы. На что я еще хотел бы обратить внимание. Понимаете, когда мы говорим о создании системы регионального мониторинга, это правильно, потому что конфликты проходят в регионах. Но вся информация должна стекаться в единый федеральный центр. Я предлагаю создать на федеральном уровне федеральный центр мониторинга и анализа состояния межнациональных отношений, своеобразный ситуационный центр. Именно в этом центре должна собираться и анализироваться вся поступающая из регионов и федеральных структур информация. И по результатам анализа эта информация для высшего руководства страны должны формироваться конкретные предложения по оперативным и стратегическим управленческим решениям. Уважаемый Владимир Владимирович, поскольку речь в конечном итоге идет о высшем приоритете, о национальной безопасности Российской Федерации, предлагаю, чтобы такой центр был создан в качестве подструктуры администрации президента Российской Федерации. В заключение я хотел бы подчеркнуть, что те предложения по мониторингу, по созданию системы мониторинга, которые здесь звучали, и те тезисы, которые я дополнял, эти предложения, они сами по себе не могут излечить ситуацию. Это как градусник, который в руках умелого врача показывает температуру в том или ином регионе, в той или иной части тела, и помогает поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение. Создание такой единой системы мониторинга и анализа межнациональных отношений отвечает долгосрочным интересам по защите и национальной безопасности Российской Федерации и позволит руководству страны принимать основанные на комплексном анализе, в том числе и научном, ситуации, оперативные и стратегические решения. Полагаю, что это не задача завтрашнего дня. Исходя из реальной ситуации в стране и исходя из того, что мы хотим успешно реализовывать стратегию госнацполитики, это задача, требующая незамедлительного решения. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Прошу, Алексей Александрович. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, в моем докладе в рамках регламента я постараюсь коснуться четырех проблем. Первый блок – это критерии оценки эффективности миграционной системы. Нам нужна современная и прагматичная система регулирования миграционных отношений, соответствующая национальным интересам и принципам национальной политики России, с четко определенными критериями оценки эффективности. Для такой оценки я бы предложил два основных критерия. Первый критерий – это соотношение между мигрантами, лояльно настроенными к российскому государству и считающими себя частью российского общества, и теми, кто считает себя чужими в нашей стране. Второй критерий – это соотношение между количеством высококвалифицированных и низкоквалифицированных внешних мигрантов, то есть качественный аспект миграции. Сегодня подобных оценочных механизмов нет. Считаю, что к их разработке надо привлечь экспертное сообщество, ученых, например, Институт этнологии и социологии Российской академии наук, которые могли бы выработать специальную оценочную систему, так как государство все-таки выделяет достаточно серьезные средства на реализацию концепции государственной миграционной политики, а четких критериев ее не существует. Во втором блоке я бы хотел коснуться усовершенствования нормативно-правовой базы миграционной политики. Сегодня миграционные отношения регулируются массой различных документов. Это концепция государственной миграционной политики, стратегия государственной национальной политики, там порядка 52 федеральных законов, 18 указов президента, порядка 150 постановлений и так далее. Во всем этом многообразии может разобраться только высококлассный юрист. Здесь существует необходимость разработки единого документа, допустим, миграционного кодекса, который сделает правовую базу единой, прозрачной и понятной, как для самих мигрантов, так и для граждан России, а также определит ответственность за ее невыполнение. И здесь, естественно, главный принцип – это равенство всех перед законом. Предлагаю от имени Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям рекомендовать правительству разработать миграционный кодекс, ну и, соответственно, подключиться и Федеральной миграционной службе, и депутатам Государственной Думы, членам нашего Совета. В третьем блоке я хотел бы коснуться координации работы государственных органов, ответственных за реализацию основных направлений миграционной политики.
Сегодня миграционные проблемы относятся к компетенции различных ведомств. Есть определенные полномочия у Федеральной миграционной службы, у Министерства труда и социального развития, Минрегиона, Минздрава, Минобразования и ряда других. Необходим федеральный координационный центр по миграционной политике либо уполномоченный орган при президенте Российской Федерации. Такой орган должен подчиняться непосредственно президенту и иметь все полномочия для координации миграционной политики государства. И за свою работу должен нести ответственность перед президентом и, естественно, перед всей страной. При необходимости можно разработать законодательные акты, регулирующие его деятельность. В четвертом блоке я хотел бы коснуться региональной системы социальной и культурной адаптации мигрантов. И здесь предлагаю рассмотреть следующую конструкцию. Но первое, мы уже говорили о повышении эффективности уже действующих органов. У нас существуют достаточно профессиональные люди в регионах, но мы уже говорили, здесь не буду повторяться, здесь необходимо поддержать инициативу Минрегиона развития, проводить обучение специалистов региональных органов власти, связанных с интеграцией и адаптацией мигрантов. Также предлагаю поддержать инициативу Генриха Генриховича, это, конечно, очень важный момент, и создать такой орган, ну, по-разному можно назвать его, ну, там, например, Национальная конфликтная комиссия Российской Федерации по профилактике и предотвращению межнациональных столкновений. Орган, в котором бы работали члены нашего совета, представители Федеральной миграционной службы, МВД, общественные палаты, национальных общин и диаспор. Одним из первых проектов комиссии могла бы стать интерактивная карта, тревожная карта России, интернет-ресурс, который будет оперативно выявлять проблемы и информировать соответствующие службы, как в регионах, так и федеральные, соответственно, службы, призванные гасить потенциальные очаги межнациональных конфликтов. Второе – это создание региональных адаптационных центров, представляющих мигрантам юридические, образовательные и иные услуги. Об этом уже говорил президент. И вот то, что сделала Федеральная миграционная служба в Тамбове и Оренбурге, как пилотные проекты, в которых участвовал и «Русский мир», и местные вузы, и работодатели. И этот опыт, конечно, нужно транслировать на другие регионы Российской Федерации. Также считаю, необходимо ускорить реализацию указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года номер 602 в части введения обязательного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для всех категорий трудовых мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов. Соответствующий закон принят только в первом чтении и уже почему-то год завис в Государственной Думе. Уверен, что с его принятием затягивать абсолютно нельзя. Здесь же хочу подчеркнуть следующее. В отношении народов, живущих на территории Российской Федерации, в стратегии государственной национальной политики предусмотрен курс на развитие их культур. В отношении мигрантов из других стран такая политика не может быть полностью приемлема и должна быть серьезно скорректирована. Третье – это адаптация детей мигрантов. Миграционные У нас сегодня многочисленные случаи присутствия в российских школах учеников, плохо или совсем не говорящих по-русски, серьезно затрудняют учебно-воспитательный процесс и создают дополнительные предпосылки для межэтнической напряженности. На законодательном уровне требуется решить вопрос о формировании специальных групп в детских садах и адаптационных классов в школах для детей-мигрантов. Четвертое. Нам необходимы новые механизмы международного сотрудничества. Речь идет прежде всего о взаимодействии с правительствами стран ОДКБ и партнеров по созданию Евразийского союза. Адаптация мигрантов должна проходить преимущественно на их родине. Именно там должны быть открыты адаптационные центры первой ступени. Так предлагается создать на территории стран исхода сеть частных агентств по трудоустройству в России иностранных мигрантов. Они будут координирующим звеном между работодателями и работниками. А главное, возьмут на себя ответственность за конкретных людей, которые они отправляют в Россию на работу. Предлагаю разработать проект межправительственного соглашения по вопросам миграции и предложить его к подписанию правительствам стран-партнеров по созданию Евразийского союза.
И в заключение я хотел бы поддержать инициативу президента об учреждении ежегодной премии за вклад в развитие межнационального согласия и комплекса адаптации мигрантов на территории нашей страны. Люди, достигшие реальных результатов в этой сложной сфере, безусловно, достойны государственного признания. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Константин Олегович, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Константин Олегович. Спасибо. Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета. Я хотел поделиться некоторыми соображениями, которые касаются аспекта интеграции и адаптации иностранных граждан в российское общество. С 2002 года гражданство Российской Федерации приобрели более чем 2,5 миллиона иностранных граждан. Причем 65% это граждане титульных наций стран исхода. Постоянно в нашей стране в разный период времени года находится от 9 до 11,5 миллионов иностранных граждан. С учетом международного опыта, с 2010 года во всех субъектах Российской Федерации миграционная служба инициативно осуществляет взаимодействие с национальными объединениями и землячества в рамках содействия интеграции и адаптации иностранных граждан. Сейчас таких землячеств 1454. Треть из них – это представители государств Центральной Азии, треть – Азербайджана и Армении. Безусловно, в своей работе мы опираемся на поддержку общественных и религиозных объединений, однако на сегодняшний день этих мер, безусловно, недостаточно. Прежде всего, что за последние годы рост въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан вырос на 40% практически, три четверти – это граждане, выходцы из стран СНГ, а в основном это молодые люди, далекие от наших традиций, часто не владеющие русским языком. И подобные люди, как правило, незаконно работают, легко вовлекаются в криминальную деятельность, и нередко сами лидеры диаспор, используя правовую неграмотность своих земляков из корыстных побуждений, вовлекают их в теневой рынок труда, и подобные последствия происходят. В такой ситуации у иммигрантов отсутствует мотивация и желание изучать русский язык, соблюдать законы, а также правила и нормы поведения, принятые обществом. Поэтому считаю крайне важным, мотивом станет введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России и основам российского законодательства для всех трудовых мигрантов, за исключением высококвалифицированных. Сейчас, как вы знаете, все соискатели на работу в ЖКХ, торговле и обслуживании подтверждают знание русского языка, и, в принципе, эта норма прижилась и показывает свою эффективность. Во-вторых, я считаю, что эффективная работа в области адаптации и интеграции мигрантов является затратной, и, очевидно, настало время для проработки вопроса о финансировании создания адаптационных центров, курсов русского языка и в Российской Федерации, и в странах исхода, а также информационная работа. Те пилотные варианты, которые открыты в Оренбурге и Тамбове, это пилотные варианты, это наша инициатива. Безусловно, для того, чтобы такая работа была системной, нужно финансирование, и здесь нужно государственное внимание на самом высоком уровне. Третий аспект. Безусловно, адаптация и интеграция граждан, незаконно или нелегально находящихся на территории Российской Федерации, невозможны. Крайне важно упорядочить пребывание и проживание наших граждан и иностранных граждан на территории Российской Федерации. Чтобы предотвратить случаи фиктивной регистрации граждан там, по месту жительства и пребывания, нужны изменения в законодательство, и также полагаем целесообразным нормативно установить порядок взаимодействия органов внутренних дел, ФМС России, у которой нет права войти в квартиру, и жилищных организаций, которые могут войти в квартиру по постановлению 344-13 года, для контроля за соответствием количества проживающих и зарегистрированных граждан. В принципе, такой опыт уже наработан в Приволжском федеральном округе, он показывает, что такая инициатива может быть реализована в рамках России. Кроме того, для сокращения количества незаконно находящихся иностранных граждан предлагаем упорядочить, скажем так, сроки пребывания граждан СНГ в Российской Федерации. Сейчас, по истечении 90 суток, иностранный гражданин обязан покинуть Российскую Федерацию, но он может на следующий день вернуться в Россию обратно, причем
доехав до ближайшего пограничного пункта и тут же вернуться обратно. И это, безусловно, используется иностранными гражданами для осуществления трудовой деятельности в незаконном ее варианте. Мы посчитали, таким вариантом пользуется каждый десятый иностранный гражданин. Мы предлагаем ограничить сроки пребывания 90 днями в течение полугода. В принципе, это общепринятый международный подход. И в заключение я хочу сказать, что поддерживаю инициативу Максима Леонардовича о усилении ответственности работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, вплоть до уголовной. Считаю, что если на объекте выявляются, к примеру, там нужно установить 50 или 100 человек незаконно работающих, то в данном случае ввести состав уголовной ответственности за незаконное привлечение большого количества иностранных граждан. Благодарю за внимание. Спасибо. Ильдар Олегович, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимирович. Я хотел бы вернуться к той теме, о которой мой коллега Соколов начал говорить, о молодежной тематике. Чем больше наша молодежь будет общаться и вообще общаться в рамках всей страны, тем, я думаю, лучше всех для нас будет. К сожалению, у нас мало таких проектов, программ, которые бы позволяли им вот взаимодействовать с друг другом. Я могу сказать, что и, конечно, нужно бы государство в этом поддерживало, и в том числе и с участием самих детских молодежных организаций. Но, к сожалению, Владимир Владимирович, у нас закон о поддержке, господдержке детских молодежных организаций де-факто есть, но он не наполнен, он не работает. Это раз. Второе, я бы хотел, что все-таки и о том, что нам нужен все равно и рамочный закон о молодежи, о котором мы много говорим, но никак не придем к какому-то принятию решений, потому что только за последние 10 лет тот же орган по делам молодежи, молодежной политики, по-моему, за последние 10 лет то ли 13, то ли 14 раз был реорганизован. Соответственно, это все и на региональном уровне такой же подход. И поэтому и невозможно особенно дотационным регионам и открывать и центры, и клубы, и, вот, например, мы бы очень хотели, чтобы была сеть патриотических центров, они есть, очень успешно работающие, я, например, по своему Татарстану могу сказать, у нас уникальный патриотический центр, который мог быть примером и для остальных, но их, к сожалению, немного. Может быть, есть необходимость, Владимир Владимирович, на базе оздоровительных лагерей, баз, которые, к сожалению, у нас не в лучшем состоянии в регионах, в каждом регионе, по крайней мере, с поддержки федерального центра создать вот такой, такие центры, которые бы вот помогали нашей молодежи друг с другом общаться. И, конечно, у нас есть ДОСАФ, который был в свое время создан как раз с использованием государственного имущества как мощный центр патриотического воспитания. Вот насколько он сегодня работает на наш, скажем, на наше население, на нашу молодежь. Вот хотелось бы, чтобы его и статус поднять, и чтобы его... Да, очень, ну, недостаточно, я считаю. Ну и последнее, там вопросов очень много, чтобы связанные с нашей молодежью, с духовно-нравственным воспитанием. Может быть, один из заседаний совета посвятить именно вот теме духовно-нравственного и патриотического воспитания наших подрастающих поколений. Спасибо. Председатель Совета ФНК Литовцев России Юцайтис Сигитас Пранович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, я хотел бы коснуться этой конкретной темы событий в Бирюлеве, поскольку я 40 лет живу в Бирюлево-Западном. Я себе задавал вопрос, ну почему все это возникло? Может быть потому, что, собственно говоря, не очень-то обращали внимание на нужды жителей района, хотя, в общем-то, построенный ледовый дворец, бассейн, суперсовременная поликлиника, но не восстанавливаются многие, так сказать, объекты соцкульбыта, кинотеатр, там, кафе, баня, парикмахерская, и самое главное, не решены транспортные проблемы. Мы видим по телевидению, что уже строится метро в Московской области, у нас не строится метро, нам предлагают построить трамвайные пути, которые дублируют автобусные маршруты до метро Пражской. Это совершенно бессмысленный проект. Поэтому люди иногда приступают к таким противоправным акциям. Еще ранее была еще организована одна акция местных жителей против снесения детской площадки и строительства на ее месте физкультурно-оздоровительного комплекса. Это не такой простой вопрос, как кажется, потому что эта площадка напротив 20-подъездного дома. Представляете, сколько там детей живет.
Победили жители района. Создается впечатление, что у местной власти нет власти, не хватает полномочий. И это подтвердили от беседы с ними после этих печальных событий, вот, которые там состоялись. И публикуются, опять же, схемы. В Москве появятся ускоренные трамваи. Опять, пожалуйста, эта схема я могу передать. Но совершенно бессмысленный проект. Поэтому, может быть, у людей и накапливается такое раздражение, что не занимаются их проблемами. И они пытаются выместить злобу непонятно на кого. Вот как-то надо решать нам эти проблемы. Действительно, чувствуется, что местная власть эти проблемы не решит. Благодарю за внимание. Спасибо. Прошу вас. Многоуважаемый Владимир Владимирович, дорогие уважаемые коллеги, я хочу немножко с радостной темой начать и не выразить огромную благодарность насчет миграционной службы и миграции. Уважаемый Владимир Владимирович, вы спасли наши южные берега, южные страны, и самое главное, войну предотвратили в Сирии. Это, я думаю, что вершина вашей дипломатии в этом ближайшие десятилетия. Мы очень благодарны, и не только мы, все нормальные люди счастливы, что это произошло. Теперь по делу. Значит, я миграционную службу не буду трогать, потому что здесь есть профессионалы, хотя мы видим, многие из нас бывают в Дубае, так ни один араб не работает, но приезжий пакистанец, так сказать, или индус с самого утра до позднего вечера работает, и он знает, что вечером настолько уставший, он едет домой просто, чтобы выспаться. И есть у него один месяц, когда он поедет домой к своей семье. То есть я что предлагаю? Облегченные визы, ну, рабочие, для наших соседних, так сказать, государств. Если бы тогда мы не ввели визы с Грузии, сейчас по-разному говорят, то есть в Грузии бы осталось, наверное, 500 тысяч человек, остальные все бы прибрались бы в Россию. А есть хорошие, но есть плохие, естественно, как и везде, но они должны быть благодарны, хотя они не очень это понимают. А хочу добавить, что грузинская церковь, да, которая здесь действует, в России, они повесили в церкви портрет президента ихнего Саакашвили. И старостой был человек, который распространял прокламации против России, против русского народа. Оппозицию практически они не пускали в церковь. И даже меня оттуда прогоняли. Но благодаря многочисленным письмам, благодаря нашему патриарху, благодаря правоохранительным органам, благодаря католикосу мы все это почистили. И сейчас не только грузины ходят в эту церковь, а ходят абсолютно разные, в том числе и абхазцы, осетины и, разумеется, русские. Теперь то, что касается межэтнических отношений. Я хочу разделить на две части. Краткосрочное – это, значит, правоохранительные органы пусть занимаются, но долгосрочное – это моя больная тема. Я вам докладывал в прошлый раз, что я начал уже строить для неимущих детей, так сказать, вундеркиндов школу. Я уже начал эту школу строить, но у меня разработана программа. В данный момент я и слышал по телевизору, я знаю, что господин министр Мединский отправляет на Северный Кавказ, значит, в том числе и, я его постоянно хвалю, но он отправляет в том числе и театра Вахтангова, и присутствуют люди, которые первый раз даже посещают театры. Это настолько отрадно, вот чем нужно заниматься. Но я хочу затронуть детскую программу, мою любимую программу. Так как я занимаюсь детьми и строю школу именно для детей, неимущих вундеркиндов, значит, у меня есть программа. Очень хочется, чтобы из администрации, названный вами человек, курировал эту программу, иначе это не получится. Ну и с Министерством образования разработать. У меня, в принципе, программа разработана, но я хочу, чтобы был объявлен некий конкурс.
В этой программе, с прошлого раза я обещал, здесь все есть. Значит, главная цель детской программы – содействие воспитанию наделенной этнокультурным созданием личности гражданина России, сохраняющую свою национальную культуру и индивидуальность, но понимающую многомерность России. Целевая аудитория – дети школьного и дошкольного возраста. У нас ни одного портала нет общероссийского, где было бы родительское собрание. Как находить этих талантливых людей? Мне это очень сложно, удалось 300 детей найти для своей школы, талантливых детей. Мы же хотим таких людей видеть, как Расул Гамзатов, как Махмуд Исамбаев, которые были на Северном Кавказе. А вот есть они, только плохо ищем. Поэтому в этой программе у меня все расписано. Также пятую четверть, как я вам докладывал в прошлый раз, в июне, чтобы все дети общались между собой. Допустим, из Чечни отправлять на Урал, в Удмуртию, там разные места, чтобы были обмены. Также инициативных мам. Я в прошлый раз предложил вам главной мамы Людмилу Швецову, вице-спикера Государственной Думы, которая действительно, может быть, для всей России является мамой и, так сказать, самой интеллигентной русской женщиной. Не без вашей помощи, уважаемый Владимир Владимирович, Кобзон провел фестиваль песни 20 века в исполнении детьми 21 века. Это именно по вашей команде было. Проводили на высочайшем уровне. Уверяю вас, весь зал практически плакал. Настолько талантливые были дети, в том числе и из Северного Кавказа, в том числе и он с Иркутска привез детей. Но почему-то оказалось, что он обратился в Первый канал, во Второй канал, в Третий канал, в Четвертый канал. И не формат. Везде одно и то же отвечают. Я очень прошу, уважаемый Владимир Владимирович, поручить кому-нибудь эту программу. Я готов участвовать в конкурсе. Ни одна копейка из бюджетных денег не нужна. Мы сами справимся. Если не справимся, Абрамян поможет. И, ну, в принципе, хотел бы завершить тем, что благодаря господина Шевченко мы фильм небезызвестный, который уже вся Россия посмотрела по Первому каналу, «Икона», о российско-грузинской дружбе. Значит, мы с Шевченко показывали этот фильм в Грузии, сделали премьеру, где присутствовало 500 человек. И формулировку, которую вы придумали, если вы помните, Владимир Владимирович, уважаемый, в борьбе против фашизма мы были вместе. Когда я объявил, что это ваши слова, 500 человек стоя аплодировали. Спасибо за внимание. Остальное зависит все от вас. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Тишков Валерий Александрович, директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Я хочу прежде всего сказать, что вот линия государственной этнонациональной политики, включая ее программно-стратегические основы в виде стратегии ФЦП, не является пока, к сожалению, общепризнанной, и еще много противников, скептиков. И мы должны, я призываю прежде всего руководство и лично президента, стоять прочно на позиции, что это выношенная, это единственная верная, реализуемая платформа трактовки нас, российского народа, как разнообразного единства и России как государства нации. Я думаю, что на Олимпийских играх, когда миллионы наших болельщиков будут болеть за нашу национальную олимпийскую команду и чувствовать себя, что они россияне, вот это единство наше национальное будет еще крепче, как это произошло и признали после игр и в Канаде, в Ванкувере, и в Сиднее после игр в Австралии, где тоже были проблемы обеспечения единства нации. В этой связи хочу сказать, что все наши последние, наиболее авторитетные исследования социологические, здесь есть еще представители Российской академии наук,
подтверждает о том, что понятие «я россиянин» сегодня является ведущей формой коллективной идентичности среди граждан нашей страны. Я собрал это все вот в единый большой том, который через ваших помощников хотел бы вам сегодня передать. Второе – это вопрос, связанный с тем, что, несмотря на сложность этой задачи, она оказалась не менее сложной, чем построить рыночную экономику или создать новую политическую систему. Эта задача вполне реализуемая. Мы не должны впадать в истерику, мы не должны, так сказать, прибегать к семиминутным импровизациям, когда сталкиваемся с какими-то кризисами или сложными проблемами. Вот вы были совсем недавно в Индонезии, вы посетили ряд крупных стран многонациональных, многоэтничных, многоконфессиональных, где центральное правительство даже порой не контролирует по несколько регионов, но такого истошного, понимаете, восприятие, что страна рушится, страны нет, единства нет, себе в этих странах мало кто позволяет. Я думаю, что мы должны в этом отношении тоже вести себя уверенно, сдержанно и знать, что в нашей стране всегда могут быть кризисы, проблемы, и их нужно преодолевать. Теперь, что касается подготовки специалистов. Вот мы вместе общими усилиями Министерства образования и науки с этого года ввело уже на уровне бакалавриата подготовку специалистов по этнологии. Это большой прорыв. Первые бюджетные места были очень скромно выделены, но уже несколько кафедр себя сертифицировали. И я думаю, что мы дальше будем расширять подготовку именно специалистов в высшей школе. Помимо государственных служащих, такие специалисты нужны в компаниях, такие специалисты нужны в системе культуры, в системе общественных организаций, в системе средств массовой информации. И это очень важное дело. Хочу сказать, что вот 20 лет мы трудились, создавая серию «Народы и культуры». Она, правда, вышла только лишь тиражом в 1000 экземпляров, но я думаю, что мы сделаем сейчас типа такой народной библиотеки, которую могли бы читать миллионы или, по крайней мере, десятки тысяч наших читателей. Это мы обязательно сделаем. И последнее, это насчет мониторинга. У меня есть некоторые сомнения. 20 лет тому назад я создал сеть этнологического мониторинга, и в этом году 20 лет отмечаем. Хочу теперь закрыть эту сеть. Но не для того, чтобы закончить это дело, а для того, чтобы использовать ресурсы вот для того самого распределенного научного центра по межнациональным отношениям, который вы упомянули в своем выступлении сегодня. Он был создан нами совместно, Российской академией наук и при поддержке Министерства образования и науки и с участием ведущих наших университетов. Вот 4 доклада в этом году мы уже сделали, еще сделаем для членов Совета. Здесь есть возможность тоже получить экземпляры. Это интересная, перспективная вещь. Именно все-таки это независимая экспертиза. Я сомневаюсь, что то, как озвучил это Генрих Мартенс, что сугубо государственная система решит проблему независимой, точной экспертизы в области этнологического мониторинга. И последнее. Нужно еще научить чиновников уметь использовать литературу, читать, в том числе и некоторые научные разработки, а не только социологические опросы, не только сводку, не только интернет, какие-то ресурсы. И здесь должен признать, что это непростая вещь. Управленцы, принимающие решения в этой области, должны быть готовы к тому, что экспертиза не всегда принесет им то, что им нравится, и то, что где нет никакой критики. За 20 лет работы в сети и руководя ею, я не получил никаких фактических рекламаций со стороны, так сказать, федерального уровня. Но в регионах из-за неумения воспринять эти вещи. Из-за неготовности получилось так, что 2 у меня члена сети, один имеет приговор, значит, условный, а другой вот полгода уже сидит, значит, арестован. Я не хочу называть ни фамилии, ни субъект федерации, но хочу сказать, что проблема восприятия независимого, порой критического анализа со стороны управляющего класса, это тоже очень важная проблема, и нам нужно научить наших управленцев и этой вещи тоже. Спасибо за внимание. Спасибо. Прошу вас.
Добрый день, уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и уважаемые члены заседания Совета. Я бы хотел высказать свои мнения, предложения. Когда мы говорим о мигрантах, действительно мигранты, которые сегодня есть, они создают проблемы для местного населения, но кроме этого и сами местные населения тоже создают им проблемы. Чтобы решение этой проблемы, я предлагал лет 5 назад, 7 назад, вот недавно тоже разработал, передал администрации президента о том, что самоокупаемость надо прийти. То есть самоокупаемость – это что? Построить временное сооружение, жилья для этих мигрантов. Может быть, строить окраины городов. Там как раз мы можем их адаптировать и интегрировать к местному закону, местному обычаю и традициям. Потому что когда-нибудь там жить, видно будет, чем они занимаются, где они работают. Но это, чтобы сделать, я предлагаю, что это нужно только на местном уровне. Местная власть и работодатель совместно ФМС может это сделать. Если это не будет, вы помните, в прошлом году был принят закон обучать мигрантов русскому языку, российское законодательство, а результатов ноль практически. Если взять, ноль, потому что ни один мигрант туда не пойдет. Мы когда говорим слово «мигранты», мигранты, они делятся сами на три части. Это один мигрант, который образован, занимается Россией мало средним бизнесом, у них проблемы нет. И когда надо, они уезжают, когда надо, они адаптируются. А есть мигранты, которые… Второе – это те мигранты, которые живут в частных секторах, или там няньким занимаются, или там так далее, у них тоже проблем нет. Потому что и местным населением нет проблемы, у них своих проблем нет. Но самая сложная проблема – это те мигранты, которые занимаются в ЖКХ, строительство и на рынке которого. Я думаю, что здесь как раз в первую очередь, вот рынка, когда мы говорим, то, что Брилёва сказали, Покровская плодовашина база, когда раньше был Брежневский, это было аккуратно, чисто. Вот перед тем отдать им лицензии, заниматься рыночным этому рынку лицензии, я считаю, что местное население и местная власть должны были согласовать, это им нужны или не нужны в данный момент. А если нужны, тогда работодатели должны были там создать цивилизованные рынки. Это не только касается Брилёва. Посмотрите в Москве, Московская область, сколько таких рынков нецивилизованных. Где нецивилизованные рынки, там есть коррупция, есть там ненависть между мигрантами, между местным населением. Поэтому я предлагаю, что если мы не хотим дальнейшего, чтобы не было у нас такие проблемы с мигрантом, у нас кроме внешних мигрантов еще есть внутренние мигранты. Они тоже живут в подвалах, в чердаках или на или строительных бутовках. Нужно обязательно прийти на строительство, временное здание, сооружение, это так, как раньше назывался, общежитие. Но недорогие, они самоокупаемые. То есть они не только живут, они даже за койко-место платить. И там как раз легче будет, еще раз объясняю, что там, своими не говорю, что там легче будет адаптировать этих мигрантов. Но там живущим мигрантам дать им карточку. Вот если у них есть на руках эта карточка, их можно принять на работу. Нет, если нет, значит их не принимают на работу. Вот это как бы мое мнение. А третье, о том, что сказали сейчас, ненависть друг к другу. Ненависть есть друг друга, я езжу по регионам чаще и вижу, к сожалению, вот те поколения, которые родились после 1985 года, которые не прошли нормальное образование, среди них создано такой русский ненавидит не русского, не русский ненавидит русского. Если мы это не изменим сейчас через СМИ, через информацию, через общественную организацию, я думаю, что нам всегда будет туго, всегда будут такие Брилёвы и так далее, и так далее. Спасибо за меня. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, поскольку проблема, которая обсуждалась, в частности, по миграции и межнациональных отношений, у нас обсуждалась на различных площадках, на комиссии, президиуме, Совет Федерации, Думе и различных общественных организациях. И в основном те предложения, которые высказаны, это как раз плод вот этих обсуждений. Я, в принципе, основные поддерживаю, но в то же время некоторые соображения. Очень кратко и тезисно постараюсь их изложить. Во-первых, я бы хотел сказать, что есть такая народная поговорка, как хозяин хлопает в ладоши, так приезжие гости танцуют. То есть какие правила мы устанавливаем, и как мы себя ведем и даем, и позволяем вести, так себя мигранты и ведут. Отсюда, в первую очередь, эти законы должны соблюдать мы сами. Это касается, в первую очередь, работодателей,
правоохранительных структур, самих мигрантов и общественных организаций, связанных с диаспоральными и другими направлениями. При этом, скажем так, мероприятия, связанные с различными событиями правоохранительных структур, не должны быть разовыми шоу, а должна быть последовательная и зачастую даже незаметная профилактическая работа. И выявление нелегальных мигрантов должно быть постоянной, а не от случая, всплесками должна идти эта работа. Что касается, скажем, гармонизации межнациональных отношений, то сложилось очень четкое мнение, что нашей молодежи и вообще нашим этносам необходимо горизонтальное общение. Об этом свидетельствуют те форумы, которые мы проводим и с молодежью, об этом свидетельствует и тот Конгресс народов России, который вот провели на днях в Дагестане, прекрасные результаты. И видно, что люди соскучились по такому общению, и это ложится на благоприятную почву. Одновременно хотел бы сказать, что то поручение, которое было дано вами в отношении Дома дружбы, оно пока вот находится в стадии обсуждения только. Но это очень нужно. Что касается этого мониторинга, я поддерживаю коллег, но в то же время считаю, что зацикливать результаты этого мониторинга на уровне главы, считаю, наверное, нецелесообразным. Это должно быть на федеральная структура должна быть. И говоря о таких радикальных некоторых вещах, типа амнистии, если раньше в какой-то степени я тоже считал так, но я считаю, что подобные вещи, они сегодня ожидаемого эффекта не дадут, потому что сначала надо снивелировать те факторы, которые порождают саму нелегальную миграцию и связаны с этим проблемой. Это, в первую очередь, как говорили и работодатели, и другие законы, которые необходимо, может быть, дополнительно принять. И правоприменительная практика, использование тех существующих законов, которых, может быть, иногда и достаточно. То есть должна быть система, о которой вы сказали, системный подход, комплексный подход. И это очень отрадно, что именно с ваших уст это прозвучало. Что касается организационной структуры, думается, что, может быть, с выходом на президента создавать структуры, это очень важно и почетно, и подчеркивает важность этой проблемы. Но в то же время, в последнее время, Владимир Владимирович, приходится президенту нашей страны в ручном режиме управлять различными событиями негативными на уровне муниципалитетов. Это уже не дело. Для этого есть соответствующие министерства, ведомства и региональные власти. Это должно осуществляться таким образом, в соответствии с разделением полномочий. И спасибо, что вы подписали закон об ответственности муниципалитетов. И надо вот эту системно, как вы говорили, подойти к этому вопросу. И говоря о работе общественной организации, это очень важная работа, вы сами это подчеркивали, но в то же время, скажем так, постоянная поддержка, материальная поддержка, она, наверное, недостаточна, и общественные организации об этом говорят. И без этого активно участвовать совместно с властью над гармонизацией межнациональных отношений. Это, в первую очередь, касается социально ориентированной организации. Это очень важно. Теперь, что касается той полемики, которая сегодня была, значит, националист или патриот и так далее. Здесь вот уже неоднократно я говорил об этом на разных форумах, что понятийный аппарат необходимо внести ясность. По-толстому националист – это кто превозносит свой народ над другими, а патриот, который любит свой народ. Поэтому надо внести понятийный аппарат ясность, исходя из этого уже и говорить. Мы все патриоты нашей страны, иначе мы здесь и не собрались бы. И события последнего времени – и ваша реакция на них, начиная от международного уровня и окончая вот ситуацией внутри страны, говорит о мудрости тех принимаемых решений, которые вы озвучивали. И поскольку я уже давно не чиновник, и тем более я давно уже не молодой человек, я могу это сегодня сказать, что за всю мою сознательную жизнь я с огромным уважением отношусь и горжусь тем, своим руководителем своей страны. И, возможно, вам придется принимать и непопулярные меры, но большинство населения нашей страны вас
сегодня поддерживают и будут поддерживать, поскольку они, мы уверены, будут направлены и на будущее нашей страны, и во имя будущего наших поколений. Спасибо. Благодарю вас. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Два слова буквально по проекту протокольного решения. По разделу третьему предлагаю более тщательно прописать систему мониторинга, которую предложил Владимир Владимирович, потому что там не очень понятно, что значит региональный уровень. То ли это субъект федерации, то ли это округ. Второе. Поддерживаю предложение Диана Геннадьевича Мартинса и Алексея Александровича Журавлева. Надо создавать центр, экспертный центр федеральный, но все-таки, я думаю, это должен быть экспертный центр при нашем совете. При нашем совете. И работать там должны, как вот у Бабича работают в округе, бесплатно, на общественных началах. Не надо плодить количество чиновников. Люди, многие считают за честь поработать в таких экспертных центрах. При Волжье получилось, и здесь получится. И второе, буквально два слова. Ну, во всем решении как-то есть и исполнительная власть, и общественная организация, общественные палаты появились. Парламента вообще нет. Но у нас вот всех вместе, начиная с субъектов федерации, свыше 5000. Хороший ресурс. Я думаю, нам надо проработать вопрос взаимодействия с теми, кто работает непосредственно с избирателем. Вот Совет Федерации к этому готов, мы свои предложения представим. Спасибо. Юрий Яковлевич, пожалуйста. Спасибо. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Материал надзорных проверок свидетельствует, что резонансы происшествия от Кандапоги до Бирюлева, как правило, в основе своей носили бытовой характер. И затем перерастали в массовые выступления граждан, в ходе которых звучали националистические лозунги. Обусловлены они совокупностью причин, в числе которых, помимо социально-экономических, это проблемы образования, культуры, воспитания, профилактики противоправного поведения, коррумпированности должностных лиц и безнаказанности. В одном Пугачёве, когда мы ехали с проверкой после тех известных событий, мы отменили 123 незаконных постановления по уголовным делам и по отказным материалам. Поэтому соответственные меры должны носить по определению этих проблем, должны носить комплексный характер. На сегодня контроль за исполнением плана мероприятий по реализации стратегии возложен на Минрегион России. Однако складывающаяся обстановка свидетельствует о недостаточности принимаемых мер. Созданные многочисленные советы и межведомственные комиссии не справляются с реализацией согласованной национальной политики в регионах. На наш взгляд, необходимо поднять уровень и работы, и ответственности Минрегиона. Второе. Значительное влияние на состояние межнациональных отношений оказывает распространение недостоверной информации в средствах массовой информации о ходе и причинах конфликтов, а в отдельных случаях целенаправленной дезинформации населения. Полагаем, что назрел вопрос о введении административной ответственности для редакции средств массовой информации за подобного рода публикации. Третье. Актуальным представляется пересмотреть административную юрисдикцию органов внутренних дел и их должностных лиц в сфере потребительского рынка, дублирующих функции государственных органов. Каждый должен заниматься своим делом. Полиция должна заниматься охраной правопорядка. Следующее. Много нареканий к деятельности оперативных служб Министерства внутренних дел возникает у нас. За последние 2,5 года в 40 регионах страны ими дела оперативного учета о преступлениях, связанных с использованием нелегальных мигрантов в сфере потребительского рынка, строительства, вообще не заводились. В целом по России их число минимально. На наш взгляд, слабо работает в этом направлении Управление собственной безопасности как Министерство внутренних дел, так и Федеральной миграционной службы. Например, в текущем году в органах внутренних дел лишь по каждому четвертому делу оперативного учета, заведенного подразделением собственной безопасности в отношении работников полиции, возбуждено уголовное дело. На всю Россию их меньше 300. А до суда дошло осуждено всего 129 человек. Это на нашу Россию все. Поэтому мы считаем, необходимо более эффективная работа должна быть Управление собственной безопасности и Министерство внутренних дел, и миграционной службы. Необходимо для этого Министерство внутренних дел способствовать созданию вертикальной интегрированной структуры таких служб и исключению их подчинения руководителям территориальных органов, а Федеральной миграционной службе до сих пор не создано отдел собственной безопасности в управлении по субъектам Федерации. На наш взгляд, необходимо их создать. И последнее. Необходимо ужесточить уголовную ответственность участников националистических организаций либо объединений в случае совершения преступлений на почве межнациональной вражды или розни. Предусмотреть данное обстоятельство в качестве квалифицирующего признака, соответствующего составу Уголовного кодекса. Благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Очень коротко, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги.
Мы практически всем составом Совета работали в течение этого года, начиная с мая прошлого года, когда были приняты соответствующие майские указы, в том числе на эту тему. И план, сама стратегия, план по реализации стратегии, федеральная целевая программа, которые приняты правительством за этот год, несколько раз в таком составе обсуждался, и до тех пор, пока не было согласовано всем экспертным сообществом, с всеми членами межведомственной рабочей группы при правительстве по совершенствованию межнациональных отношений, они не принимались. В настоящее время и план по реализации стратегии национальной политики, и федеральная целевая программа предусматривают целый ряд комплексных мероприятий культурно-просветительского характера. Это и образовательные программы, методические пособия для всех, на всех уровнях образования, учебники, учитывающие межнациональный фактор, это гастроли творческих коллективов, это молодежные форумы с молодежью разной этнической и религиозной принадлежности. Это, и мне сейчас поступает записка, считаю нужным, так сказать, об этом сказать, это и празднование на федеральном уровне памятных исторических дат всех народов, проживающих на территории Российской Федерации. Мы, обсуждая широко это мероприятие федеральной целевой программы и плана по реализации стратегии, пришли к выводу, что это самый хороший повод для того, чтобы через федеральные СМИ, через федеральное телевидение показать культуру, традиции всех народов, проживающих на нашей территории. Это наше богатство в нашем культурном многообразии прежде всего. Хочу сказать также, что в рамках этой работы сегодня ставился вопрос по поводу роли средств массовой информации в укреплении межнационального мира, либо неукреплении. В рамках нашей работы, здесь Максим об этом не сказал, разработан кодекс профессиональной этики российского журналиста. И он в апреле месяце был обсужден предварительно на съезде журналистов России, а в декабре месяце будет принят окончательно, да, с учетом требований по корректному освещению всех событий, какие бы ни происходили с точки зрения сбережения национального мира. В рамках федеральной целевой программы предусмотрены средства, у нас сегодня тема, да, реализация национальной политики на региональном уровне. Средства, которые предусмотрены федеральной целевой программой, они будут направляться прежде всего на финансирование региональных программ, но очень важно, чтобы в этой сфере, но очень важно, чтобы эти средства направлялись не на конкурсной основе, не в виде грантов, не тем, кто умеет красиво писать заявки, а по результатам того самого мониторинга, о котором здесь говорил Генри Генрихович. И должна быть точная и единая понятная методика такого мониторинга состояния межнационального мира и согласия. Она не представляет никакой сложности. Здесь не требуется, так сказать, да, сложный научный труд. Уже историческая практика, так сказать, многих периодов, практика периода глобализации, так сказать, да, наработала такую методику, где есть концентрация, чрезмерная концентрация в одном месте с компактным проживанием людей другой этнической или национальной принадлежности, это потенциальный конфликт. И на эти территории необходимо обратить особое внимание, и здесь должны быть меры, прежде всего, обеспечивающие охрану правопорядка, борьбу с преступностью, борьба в этом плане мероприятий по реализации стратегии, есть такая задача правоохранительных органов. Борьба с преступными группировками, организованными преступными группировками, организованными, сформированными по этническому признаку. Это самых разных национальностей люди, такие преступные группировки есть, и они являются самым большим раздражающим фактором для возникновения межнациональных конфликтов. Поэтому именно в этих, по результатам такого мониторинга, и он должен быть налажен уже в следующем году, очень детально, должны направляться соответствующие средства на реализацию таких программ. Там должна усиливаться работа правоохранительных органов, там должны быть особые требования и к качеству персонала правоохранительных органов, потому что любая несправедливость, любые незаконные действия, замешанные с коррупцией, именно они являются той самой искрой, которая может породить пожар. Поэтому
Эта работа будет проводиться, 2014 год будет ключевым в налаживании этой работы, организующие документы все приняты, и мы должны совместными усилиями их реализовать. И второй момент, который я хотел, но это работа, ну, если говорить о культурно-просветительской составляющей этой работы, то это все-таки так, словесное воспитание, оно наименее эффективное. Мы должны всегда понимать, где кроются корни этой беды. Корни, прежде всего, кроются в экономической сфере. Вопрос чрезмерная дифференциация социально-экономического развития территорий, она приводит к чрезмерной концентрации и внутренних, и внешних мигрантов, в том числе различной национальной, этнической, национальной и религиозной принадлежности, и там возникают конфликты. Если посмотреть на миграционную карту нашей страны, то за 9 месяцев текущего года в Москву и Московскую область въехало 3,3 миллиона трудовых мигрантов. В Санкт-Петербург и Ленинградскую область 2,5 миллиона трудовых мигрантов. Если говорить о внутренней миграции, то миграционный приток в Москве и Московской области превышает отток в 120 раз. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в 18 раз. И наоборот, в таких регионах, как Калмыкия, отток превышает приток в 12 раз, в Дагестане в 20, в Кабардино-Балкарии в 30 раз. И это все те регионы, которые находятся на низком уровне социально-экономического развития, на низком уровне доходов населения. Они все известны. Последние годы правительством, в соответствии с поручениями президента нашей страны, сделано немало для того, чтобы обеспечить сбалансированное развитие территории. Это и принятый указ президента и постановление правительства об оценке эффективности деятельности руководителей регионов с грантовой поддержкой наиболее динамично развивающихся регионов. Это означает стимулы для тех регионов, которые имеют низкий уровень социально-экономического развития, они могут очень быстро набирать соответствующие темпы. Те деньги, которые предусмотрены в федеральном бюджете, являются хорошим стимулом для того, чтобы принимать дополнительные меры по созданию необходимого инвестиционного климата, по борьбе с коррупцией в экономике, для того, чтобы опережающими темпами расти по сравнению с другими регионами, теми, которые являются центрами экономического притяжения. Это и комплекс мер по стимулированию привлечения инвестиций в регионе, который утвержден летом этого года правительством Российской Федерации. Это и закон о зонах территориального развития, он как раз направлен на то, чтобы дать дополнительный инструмент всем устойчиво депрессивным регионам, для того, чтобы они могли чтобы вводить на соответствующие территории зоны, так называемые зоны территориального развития с преференциями для бизнеса, в том числе за счет федерального бюджета. Такие регионы определены. Это как раз те самые регионы, в которых наблюдается устойчивый отток населения, которые перетекают те самые центры, два центра, на самом деле, экономического притяжения. Чем больше будет, и мы должны продолжить эту работу, они не дают моментального результата. Но если мы не начнем эту работу сегодня, то и через 20 лет мы будем наблюдать такую картину, такие процессы, и будем заниматься словесным воспитанием. Поэтому этих мер недостаточно, мы должны предпринимать усилий больше для того, чтобы таких центров притяжения для внутренней, для внешней миграции, миграцию, в принципе, надо поощрять. Мобильность населения надо поощрять, но их должно быть много, они должны концентрироваться в двух точках, в трех точках, еще Тюменская область. Вот. Отовсюду, вот по этой карте, народ едет на работу в другие регионы. Работают в двух местах, 50% внутренних и внешних мигрантов работают в строительстве и торговле, то есть работают там, где есть инвестиции, и работают там, где есть доходы населения, где есть соответствующий спрос, где развивается торговля. Необходимо всю территорию нашей страны покрыть такими центрами экономического притяжения, и такой концентрации тогда в Москве, в Санкт-Петербурге и в Тюменской области не будет. Когда не будет такой концентрации, люди будут быстрее интегрироваться в местные традиции, в местную жизнь, не будут возникать такие конфликты, такие проблемы. Мы продолжим эту работу совместными усилиями в следующем году. Я абсолютно уверен, что выработаем необходимые меры и в культурно-просветительской, и в экономической сфере для того, чтобы смягчить
те риски и угрозы, которые стоят перед нашей страной. Спасибо большое. Так, уважаемые коллеги, мы будем заканчивать. Я хочу вас поблагодарить за совместную работу, за дискуссию. Что бы хотел сказать в завершении? Я не буду вступать в полемику с участниками нашей встречи с некоторыми, хотя хотелось бы действительно поспорить, но мы, собственно, даже собрались не для того, чтобы поспорить, а для того, чтобы послушать друг друга и реализовать те предложения, которые вы формулируете в практической работе и президентских структур и правительства Российской Федерации. Тема, которой мы занимаемся, крайне важна не только для нас, практически для всех развитых стран. Вы знаете, насколько серьезными эти проблемы являются и в Европе, и в Северной Америке, и в других частях света. Некоторые наши коллеги в Европе говорят о провале своей национальной политики за последние десятилетия. Мы не то что говорить, мы даже подумать об этом не имеем права, потому что у нас многонациональная страна, и вот я сегодня встречался с лидерами исламского мусульманского духовенства, и об этом уже говорил неоднократно. Наши мусульмане, российские, это наши граждане, а у них другой родины нет. И так можно сказать практически о всех народах, проживающих на территории Российской Федерации, потому что это самая большая, но все-таки часть нашей бывшей единой большой родины Советского Союза. И здесь у нас здесь есть и проблемы из-за того, что мы складывались как многонациональное, многоконфессиональное государство. Но есть, безусловно, и свои огромные плюсы. Поэтому мы должны опираться на все хорошее, все позитивное, что было наработано в предыдущие десятилетия, и как раз опираться вот на эти плюсы и преимущества многонациональной, многоконфессиональной страны, которая создает такую, должна создавать устойчивую базу развития. Разумеется, есть и проблемы достаточно острые. К сожалению, надо сказать, что сегодня мы имеем дело с неумением, а подчас и с нежеланием навести порядок и решать грамотно вопросы. С неумением, потому что мы раньше с такими проблемами и не сталкивались никогда. Жили в едином большом государстве, не было никаких границ. Теперь границы образовались, другие государства образовались, а визового режима нет. И вопрос о том, что если мы введем, можно об этом подумать, вопрос о том, что если мы его введем, будет лучше или нет, тоже проблемный вопрос, потому что вот та коррупция, о которой здесь справедливо говорили, она может переместиться с рынков на границу. Вопрос в грамотном, правильном и жестком администрировании вот этих проблем, о которых мы с вами сегодня говорим. И здесь, безусловно, нельзя не согласиться с теми коллегами, которые говорят о том, что нужно совершенствовать трудовое законодательство. Совершенно верно. Ведь в значительной степени то, что мы сейчас наблюдаем, это, извините за моветон, отрыжка дикого капитализма. Потому что это примерно то же самое, что залоговые аукционы в сфере собственности когда-то. А вот использование дешевого труда мигрантов, иммигрантов, это проблема экономического, прежде всего, характера. Но, безусловно, и здесь, если наводить порядок жестко, последовательно, цивилизованно, разумеется, можно и нужно добиться результата. Я не думаю, что у нас есть какие-то непреодолимые проблемы. Они все решаемые, но их решать нужно, нужно над этим думать, формулировать предложения. Ради этого мы с вами и собираемся. И я хочу вас действительно искренне поблагодарить за ваше участие, не только в сегодняшнем нашем заседании, но за участие в том смысле, что вы думаете над этими проблемами, ищете решения и их предлагаете. Наверное, не все могут быть реализованы, но мы их тщательно проанализируем, отсортируем, и то, что реализуемо, мы будем внедрять в практическую нашу жизнь. Большое вам спасибо.